Дорога, на которой можно проехать только по одной полосе, большая часть зубковой, начиная с 27-го дома, в ямах. Глубина приличная, поэтому водители никогда не знают, чем закончится очередная поездка. Вчера идет мать с дочкой и с коляской. У нее у коляски сломалось вообще колесо. Там нереально проехать даже с коляской. Я не говорю про машину уже. Там, ну, беда вообще. 6-й год ничего не делается. Прям выходишь с подъезда, и все, можно падать. А к кому-то обращались сами? Да все там, и ЖЭУ обращались ко всем. И никто, ноль внимания. Ситуация не лучшая во дворах. Сами ведь плачевные. Это уже вот это вот не делается где-то в течение 5 лет. Ни щебенкой, ничем даже хотя бы хоть что-то засыпать. Но зубковые небезопасные переходы. Мамы здесь зачастую боятся переходить дорогу. Светофор нет, здесь деревья, здесь стоят постоянно машины. Пройти дорогу нереально. Ямы. Ни светофор, ни пешеходы. Вон туда надо проходить, чтобы пройти с коляской. Как сообщается на сайте администрации города, ремонт на Зубковой провели на прошлой неделе. Правда, отремонтировали тротуар к школе номер 71 в районе 29-го дома. Жители надеются, что однажды очередь дойдет и до дороги, которая находится в аварийном состоянии. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».